Ну, законы вот эти про фейки, про дискредитацию, ну, за которые Илья Яшин получил там депутатский срок, да, я отменил законы вот эти про запрет гей-пропаганды, ЛГБТ, это что-то просто безумие полное, да. Государство вообще не должно лезть в постель гражданам ни в каком смысле, да. Более того, мне неизвестен ни один случай, когда человек, ну, возьмите меня, да, мне 60 лет, у меня четверо детей, там, жена и все такое. Я не могу представить, чтобы ко мне пришли геи и сказали: Борис Борисович, ты все ошибался, все не так, давай с нами уже наконец. Я, значит, поддавшись их пропаганде, брошу жену, детей, там, бред какой-то. И наоборот, вряд ли возможно, да? То есть, если есть какие-то геи, я туда, значит, приду с женой и скажу: смотрите, как классно это все, давайте к нам. И мы это тоже... То есть, короче, пропаганда здесь точно не работает. Здесь другие вещи могут работать. Но более того, я ее не видел никогда в жизни, этой пропаганды. Просто я ее не видел. Я не видел здесь никаких там гей-парадов никогда в жизни. Ой, ладно. Короче, не надо лезть людям в постели, все будет вообще не проблема государства. Так, следующий вопрос. Запрет гей-пропаганды, ЛГБТ, это что-то просто безумие полное, да? Нет, да, это... Государство вообще не должно лезть в постель гражданам.